Вечерняя медитация для расслабления лица. Улыбка Будды. Этот день завершен, и у вас наконец-то появилась возможность полностью расслабиться и отпустить напряжение. Найдите комфортное место, займите позу сидя или лежа на спине и закройте глаза. Переместите ваше внимание с внешних объектов на внутренние ощущения. Начните замечать ваше дыхание. Заметьте, как со вдохом ваш живот мягко наполняется воздухом, а с выдохом ваше тело расслабляется, становится мягче и спокойнее. Побудьте в этом осознавании, наблюдая за вдохами и выдохами. А теперь осознайте присутствие напряжения в мышцах лица. Начните со лба. Осознайте, в каких именно точках лба присутствует напряжение, и с помощью мягкого намерения расслабьте эти зоны. Понаблюдайте, как напряжение плавно растекается и исчезает. Если какие-то точки не получается расслабить намерением, бережно прикоснитесь к ним и почувствуйте пульсацию в этой зоне. Наблюдайте за этой пульсацией, произнося про себя: «Я отпускаю напряжение в этой точке». Пройдитесь по всем точкам лба, расслабляя его с помощью намерения или прикосновений. Теперь перейдем к расслаблению глаз. Позвольте вашим глазам остановиться в одной точке и отпустить напряжение глазных мышц. Осознайте, что в эту минуту вы расслабляете именно глаза, и они будто бы мягко покачиваются на поверхности воды, заботливо прикрытые веками. Ваши глаза отдыхают. Позвольте им полностью расслабиться и поблагодарите их за работу в течение всего дня. А теперь перейдем к расслаблению губ и нижней челюсти. В течение дня вы наверняка много говорили, но даже если вы только вели переписку, все равно ваши губы и язык были активны, пусть и не на 100%. Давайте расслабим для начала язык. Позвольте ему свободно лечь в ложе нижней челюсти и по-королевски отдохнуть.
Теперь расслабьте губы и рот. Слегка разомкните губы и зубы. Представьте, что пространство внутри увеличилось в несколько раз. И верхнее небо — это огромный купол, и между ним и языком огромное пространство в несколько десятков метров. Ваш рот — это храм. Звуки и слова, которые вы говорите и даже проговариваете мысленно, это то, что вы создаете внутри вашего храма. Но сейчас я прошу вас создать внутри абсолютную тишину и пустоту. Внутри вашего рта нет ничего, кроме пространства. Ощутите его великолепную простоту. Услышьте ее внутри себя. И, наконец, мы перейдем к важнейшей части нашего расслабления. Это горло и его чакра Вишудха. Когда эта чакра открыта, негативные переживания трансформируются в мудрость и обучение. Успех и неудача в жизни зависят от состояния этой чакры, то есть от того, является ли она чистой или загрязнена. Расслабьте горло с помощью дыхания. Сделаем три дыхания по принципу вдох через нос, выдох через рот со звуком «ха», очищая нашу чакру от негатива. Сделайте вдох через нос, выдох через рот со звуком «ха». Еще вдох через нос. Выдох «ха». И третий вдох. И выдох. Задержим дыхание на 10 секунд. И вернитесь к обычному дыханию через нос. Замечательно. И теперь мы полностью расслабим кожу лица и головы. Ощутите, как будто бы кто-то мягко положил вам руки на голову или гладит вас по голове теплой ладонью. Расслабьте щеки. Расслабьте кожу вокруг глаз. Кожу вокруг губ. Расслабьте ноздри. Расслабьте кожу на подбородке. Не беспокойтесь о том, как вы выглядите сейчас. Наслаждайтесь тем, что вы чувствуете. И теперь к
Когда ваше лицо полностью расслаблено, позвольте появиться на нем мягкой полуулыбке Будды. Эта улыбка не то, как мы привыкли улыбаться обычно, задействуя мышцы лица. Улыбка Будды — это то чувство доброты и принятия, которое рождается изнутри и затем начинает сиять через ваше лицо. Не включайте улыбку, а просто подумайте о ней. Подумайте о том, как прекрасен этот момент. Подумайте о других прекрасных моментах в вашей жизни. И в какой-то момент вы вдруг почувствуете, что улыбаетесь, сами того не осознавая. Продолжайте оставаться в состоянии полуулыбки Будды столько, сколько вам захочется. И обязательно поделитесь этой практикой с теми, кто вам дорог. А с вами была Лина. Я благодарю вас за то, что вы практиковали сегодня вместе со мной. До новых встреч на моем канале. Намасте.